Центральный клинический санаторий «Малаховка» готовится встречать детей. 29 мая оздоровительное учреждение примет первый поток отдыхающих. Какие условия созданы для маленьких пациентов, проверили члены межведомственной комиссии во главе с Владимиром Волковым. Всего в 27 километрах от Москвы в живописном природном уголке и в окружении хвойных деревьев расположен один из старейших санаториев страны – Малаховка. Он основан в 1931 году, неоднократно перепрофилировался и передавался в различные ведомства, но во все времена выполнял одну важную миссию – оздоровление населения. Мы вошли в федеральный, в территориальный фонд обязательного медицинского страхования и оказываем медицинскую реабилитацию детям всей Московской области. Кроме этого, мы федеральный фонде обязательного медицинского страхования, то есть это любой регион нашей страны может приехать и подать заявку, и мы также оказываем медицинскую реабилитацию детскому населению практически всей нашей страны. Уникальная лечебная база с современным высокотехнологичным оборудованием. Медицинские услуги оказывают по 6 профилям. Большое внимание уделяют тому, чтобы пребывание пациентов было не просто комфортным, а интересным и полезным во всех смыслах этого слова. В санатории есть свой кинозал, творческая мастерская, библиотека и караоке. Мы получили санэпидзаключение от соответствующих органов, которые посмотрели все у нас, начиная там от поставки продуктов по ХАСП, пищеблок. Мы получили паспорт безопасности. Тоже это была непростая работа, но она для нас, в общем-то, наверное, рутинная. Мы делаем это ежегодно. И вне зависимости от того, проводим мы досуговые лагерные смены или же мы ведем свою санаторно-курортную деятельность, для нас это порядок обязательный. Каждый городской округ готовится, переживает по тем местам пребывания детей, круглосуточным местам. А у нас как раз-таки лагерь Kid Travel, только один на территории округа, другого такого лагеря нет, где детки проходят период восстановления. Поэтому все, что необходимо от коллег, от наших, помощь всесторонняя должна быть оказана. Этим летом в санатории «Малаховка» отдохнут около 1400 детей в возрасте от 7 до 16 лет. В лагере будут работать профильные смены по трем направлениям – лингвистическая, техническая и танцевальная. Луиза Игиазарян, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ.